has like a caramel color inside. Caramel coffee. Like a peanut butter caramel. Yep, looks like. Народ, привет всем. В общем, хотел вам показать, которые появились уже машины. Это RX Lexus в новом кузове. Есть черный, зеленый, зеленый, серый. Там есть черный еще с панорамой. В общем, дали нам ключ от вот этого. Сейчас с вами посмотрим. Их можно покупать, они уже свободны для продажи. 413-244-8667. Виталий. Oh, you got my license. I got it. I gave it back? Yeah, I bring it back. Okay, you have it. Yeah, sir. Okay. I bring it back. В общем, ходит у меня, спрашивает всякие вопросы, чтобы я ответил ему, потому что, опять же, машину дали, ключ дали, и боятся, чтобы ничего не случилось. В общем, сбивает меня с мысли. Короче, Lexus в новом кузове есть. Вот черный, кстати, на черном. Вот уже дедушки с бабушкой ходят покупать. Продавец. В общем, блин, они меня сбивают все вместе. С толку. Это All-Wheel Drive RX 350. Кнопка не работает. Ключ такой же, народ, ключ такой же. Камера. Новый кузов. Багажник такой же. Колонка в багажнике стоит. Так, получается, здесь две кнопки, если опускать сиденье. Это не лонг-версия. В лонг-версии тут есть еще два сиденья. Этой нету. Домкрат. Запаска есть, что немаловажно. Ключики. Есть этот ключ для секретки. В общем, вот эта штукенция сюда ставится, чтобы не видно было, что у тебя находится в багажнике. Так, кто по этим машинам, по ценам? Цены у нас 57, 58. Сейчас покажу. Цены, ребята, $55,000. Это вот Lexus 2023 года. 3.0. Вот его комплектация. В общем, открываем. Ага, по ручке. Смотрите, ручка не двигается. Там внутри есть кнопка. Вон она. Ты на нее нажимаешь, и дверь открывается. Уже нет такого, чтобы тянуть. Изнутри тоже есть ручка вот такая. Если ты закрылся, допустим, да? Вот ее тянешь, и дверь открывается. Вот. А, кнопки нету электрической. Я думал, там не кнопка где-то есть. Кнопки нету. Это под дерево. Мягкая торпеда. Большой, огромный экран. Сейчас мы сядем с той стороны. Посмотрим. Кожаные кресла. Подогрев, отопление. В общем, тут охлаждение. И так дальше. Непривычно за ручку дергаешь, а она на месте стоит. Также климат-контроль, получается, есть. Как видите, машины стоят грязные у дилера. Кто-то уже садился, тот примерял их под себя. Черный потолок, что очень приятно. А то иногда салон делают черный. Такие. Потолок делают светлый, а салон делают черный. Салон черный, потолок белый. Вот это мне не нравится. Так, вот кнопка старта вот здесь. Так, она мне так подвинула. Ух ты. Назад. Не понял. Всего 25 миль на машине. Полный бак бензина. Музыку выключаю. Как я тише... Вот тише делается музыка вот тут. Смотрите, здесь тоже экранчики. Когда температура будет, большой экран такой. Он весь вот это все, в общем, на кнопках получается. Смотрите, здесь кнопки. Выключить, включить, добавить, убавить, выключить вообще. Подогрев, охлаждение сидений. Две зарядки. Здесь еще две зарядки можно ставить. Здесь можно телефон просто ложить, заряжать. В общем, приятный руль.
пахнет вкусно внутри. Шикарный вариант. Мотор, двигатель получается один и тот же. Кнопка есть открывать багажник, кнопка есть открывать бак. Регулировка стекол, подача воздуха, люк есть, крыша какая-то мягкая такая ткань на потолке, вернее, не на крыше. Так, что еще есть, народ? Не знаю, что еще есть. Давай откроем капот, посмотрим с вами. Ну, в общем, симпатичные они. Сейчас я зашел, внутри у них стоит в старом кузове, тоже новые, без пробега. И цены такие же, но лучше уже взять в этом кузове, правильно? За вот эту сумму, чем старый кузов. Здесь крышку они изменили на моторе. Так, а что же с мотором? А ну-ка, секундочку. Сейчас они 3.0. Не, подожди. 2.4 Turbo Engine. Мотор другой, трансмиссия другая. Мотор другой, трансмиссия другая, ребят. Будет более экономный этот движок, чем тот 3-литровый, который был. Или 3 литра, да, он кажется. Поэтому, если вам интересны подобные автомобильчики, пишите, звоните, вам что-то купим. В общем, 55, 57, 58, вот это, кажется, черный. Всем на связи. С вами был я, Виталик. Извиняюсь, что так по-быстрому все. Стоят над душой. Дверь не притягивается. Так, а по наклейке она 11 месяц, 22 год. 11 месяц, 22 год. А по американскому тайтлу был 23 года. Все, всем пока. Делаем заказы.